Сегодня в Доме правительства состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Надежный партнер». Региональный этап конкурса проходит при поддержке Кабинета министров Чувашии и призван выявить лучших потребителей электроэнергии в республике. Каковы условия конкурса и кто стал победителем в нашем репортаже? Надежный партнер – проект, реализуемый по инициативе «Русгидро», и призванный придать новый статус благонадежным потребителям топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг. Снижение расходов, энергопотребление, энергоэффективность – вот главные показатели, по которым определялись лучшие представители промышленности, сельского хозяйства, малого бизнеса, ЖКХ и бюджетной сферы. Не первый уже год проходит конкурс «Надежный партнер» в Чувашской республике. И я с благодарностью хочу отнестись ко всем руководителям предприятий, организаций, кто принимает участие в конкурсе и осознает ту важность платежей в энергосистеме Российской Федерации. Сегодня подведены итоги регионального этапа конкурса. Список победителей будет направлен в адрес Оргкомитета федеральной акции «Надежный партнер». Отрадно, что эта акция начинает приобретать действительно всероссийский масштаб. Очень рад, что в Чувашии есть предприятия, наши партнеры, наши клиенты, которые в прошлом году достойно выглядели на общероссийском уровне. Это не только возможность, чтобы о вас узнала вся страна, это правильные сигналы всему деловому сообществу о том, что с вами можно, нужно иметь дело не только в пределах Чувашии, а во всей России. Среди 16 предприятий-победителей особое признание в номинации «Энергоэффект года» досталось филиалу фирмы «Август» Бурнарского завода смесевых препаратов. То, что нашу работу оценили, отметили, я считаю, что это высокая заслуга той большой кропотливой работы, которую мы проводим из года в год. Главное, я считаю, все-таки это кадры, очень высококвалифицированные кадры в службе главного энергетика, но особенно в службе главного инженера. И благодаря высокой квалификации удается внедрять самое современное, эффективное оборудование. В июне лауреатов конкурса пригласят в Москву на итоговое награждение победителей. Но главный приз они уже получили. Сэкономленные на энергозатратах средства можно вложить в дальнейшее развитие. Александр Гаврилов, Андрей Спиридонов, Республика.